берем вот такие, напиливаем брусочки. Толщина у них разная, увидите, у всех. Один сантиметр, второй брусок полтора сантиметра. Разной толщины, разного диаметра. Вот такие вот напиливаем. Но видите, изъян есть, что вот подгоревшая часть. А нам надо сделать, вот такую вот. Видите, с одной стороны неровно, ничего, а со второй ровненько, гладенько. Нам надо выявить структуру. Для этого я сделал вот такой вот станочек. Вот. И сейчас я покажу, как это все делается. Первое, что делаем, это меры предосторожности, очки и вот такую вот перчаточку. Потому что, видите, я уже палец где-то всадил здесь. Вот. Надо быть всегда осторожным. Включаем станок. Я прошлифовал вот такие вот заготовочки. Следующее, что нам надо сделать, берем лак NC218. Это нитролак, он очень быстро сохнет, и берем кисточкой каждую прокрашиваем, каждую заготовочку. То, что мы отполировали, мы закрашиваем, хорошо наносим. Вот видите, как сразу изменил цвет. Сейчас вот я положу, солнце сильно светит, но вот так вот видите, как резко отличается. После того, как нитролак высыхает, он высыхает в течение 40 минут, мы берем вот такой вот лак. Глянцевый прозрачный лак. Не обязательно Альпина, но мне попался такой. Я, кстати, им доволен. Я им и пол покрывал. Вот суть такая. Берем и покрываем по нашему нитролаку следующий слой. Вот такой вот глянцевый лак. Он получается как зеркало блестит, как стекло. И, в принципе, они уже готовы для дальнейшего этапа. Сейчас покажу. Вот возле окна тоже все черной красочкой, там тоже опустил штучки, и вот будет вот так оно идти примерно. Еще что-то добавлю в ходе, ну вот пока вот так вот вырисовывается. Сейчас подсохнет красочка и перейдем к новому этапу. Итак, я разложил на столе уже подготовленные заготовочки. Они покрыты лаком, все как положено. Вот, вот наша стена. С чего начинать? Берем, в общем-то, сейчас настроим на резкость. Вот общее пятно. Начинаем одну в центре, одну сбоку и начинаем в хаотичном порядке прикреплять. Я купил обычные жидкие гвозди, не знаю какие были, просто взял, не выбирая. Мажем ее клеем. Намазали клеем заготовку и прикрепляем где-то в центре.
Ну вот, жидкие гвозди хорошие. Оно сразу схватилось. Вот сюда. Приложим куда-нибудь, сюда приложим. Ну что ж, располагаем наши заготовки в хаотичном порядке. Намазываем все-таки по одному большому сгустку жидких гвоздей. Так эффективней. Прикладываем где-то, прикладываем, собственно говоря, полностью в хаотичном порядке пока. Ну вот так выглядит промежуточный этап. Вот. Вот на столе лежат заготовки, и вот с этого пистолета жидкими гвоздями приклеивается и крепится на стену. Ну вот, одна стена готова. Вот такая абстрактная композиция получилась. Сейчас приблизим и увидим получше картинку. Над мойкой будет вот такая.